слушателям, подписчикам привет. Начинается монтаж теплиц. Сегодня будем строить две теплицы легенды, 3х4. На брусе. Пока приехали, разгружаемся. И вот начинаем уже работать. Каркасы теплиц у нас стоят. Покрыли стены, покрыли крышу. Сейчас все прокручиваем, одеваем профиля. Параллельно делаем форточные блоки, параллельно делаем двери. И будет у нас система подвески еще и грядки на этих двух теплицах. Монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицы легенда, 3х4 размер, две штуки. Идем смотреть, дверь форточка на обоих теплицах, две теплицы абсолютно одинаковые, двери даже одинаково открываются. Каркас сделан с профильной трубы, 40х40, покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. В дальнем торце у нас форточка на термоприводе, также есть форточный блок на термоприводе, есть диагональные усилители, есть грядки, над грядками есть нитки, они же система подвески. Все это дело покрыто у нас поликарбонатом толщиной 4 миллиметра, плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Стоит конструкция у нас на брусе, брус 100 на 100, пропитан, обработан, закреплен, выставлен по уровню, все как положено. Вот вторая абсолютно точно такая же теплица. Вот такие две красавицы легенды 3х4 у нас получились. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.